Можно. Приветствую всех. Меня зовут Людмила Дикань. Я пришла в студию для того, чтобы поздравить вас с великим праздником, Днем Победы, и пожелать добра, любви и счастья. И прежде чем исполнить песню «Огонек», я хочу прочитать вам свои стихи в честь Дня Великой Победы. День Победы – самый яркий праздник, самый лучший праздник на земле. Благодарны мы всем нашим воинам, кто отчизну защищал в огне, кто под пули шел вперед, в атаку, не щадя себя в неравный бой. Низко кланяемся всем мы вам, солдаты, за победу Родины весной. И сегодня, в этот светлый праздник, павшим память, всем героям честь, ветеранам крепкого здоровья, уважения и с друзьями фронтовыми встреч. Эти встречи нам необходимы, в них воспоминания ярко оживут вашей преданности, Родины любимой, и победы радостный салют! На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая? Где ж ты, мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было задумано, свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. И становится радостно на душе у бойца от такого хорошего от ее письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек.